Для сегодняшней композиции Лиза Арзамасова и Максим Ставиский выбрали песню «История любви» в исполнении Сезарии Воры и Тани Либертат. Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no vive. Adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Выступает эта пара, столько раз я отмечаю необыкновенную фантазию и хореографа-постановщика, и Максима, и бесстрашие Лизы. Технически не без погрехов, по-моему, но об этом Людмила расскажет. А вот страсть, любовь, все это ребята сыграли блестяще. Я с вами абсолютно согласна. И как раз тогда исчезает желание говорить об огрехах, потому что есть сильное впечатление. Лиза невероятно выразительна и глубока. Танцы я вижу так же, как и на экране. Но поддержка, которая такая сложная,